Ребята, обязательно посмотрите это видео до конца, потому что это очень важная переписка. Кукла Каяки рассказала мне свою историю, кто ее создал, как вообще произошло все это. Это просто нужно смотреть и слушать. Поэтому смотрите видео до конца, не пропустите. Ребят, всем привет, меня зовут Елена Райтман, и добро пожаловать на мой канал. Если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайся. Смотри, какая классная новогодняя кнопочка. Я думаю, ручки так и тянутся, чтобы на нее тыкнуть. Потому что если ты тыкнешь на эту новогоднюю кнопочку, то обещаю, что у тебя сразу появится новогоднее настроение. Поверь, я тебе это устрою. Сегодня я снимаю вторую часть, переписка с куклой Каяки. Если честно, мне не по себе. Я думаю, вы заметили, что у меня на канале есть график, по которому выходят видео. Они выходят по вторникам и пятницам. Но это видео вышло вне графика. Дело в том, что я уже составила план, какие ролики должны выйти, и не ожидала, что переписка с этой куклой будет на несколько частей. Я должна придерживаться своего плана, поэтому эти ролики, они будут выходить вне графика. Поэтому тебе тем более нужно подписаться, чтобы не пропустить эти видео. Закончилось все тем, что я прекратила переписку и легла спать. Мне пришло ночью сообщение, это вот этот потолок в этой комнате сфотографирован, и рядом вот кровать. Вот. Постельное белье я уже поменяла, ну короче, это мое постельное белье. У меня телефон здесь лежит рядом с кроватью, заряжается. Лежал он, видимо, вот таким образом, хотя, может быть, и фронтальной камерой. Короче, эта фотография сделана на мой телефон. Есть такое голосовое. Я пыталась понять, что это, но я, честно, я не разобрала, никаких звуков нету. Просто какие-то помехи. И ниже она написала: «Я тебя слышу, твое дыхание, пожалеешь». Я так поняла, что это голосовая записана, как я сплю. То есть я просто спала, и в этот момент я не знала, что в моем телефоне копаются, меня записывают на диктофон или что это, и что фотографируют. Вот это вот реально стрёмно. Я просто рада, что в кадре ничего не попало, я в первую очередь не попала, что у меня телефон лежит так, чтобы меня не было видно. Я ей написала: «Это что? Ты взломала мой телефон и сделала фото? Я не понимаю, что это». На что Каяки мне ответила: «Это звуки, которые ты издаешь, когда спишь». Классно, мне не хватало прослушки еще у себя дома. Я просто хочу понять, что это такое, и неужели она взломала мой телефон? В смысле? Ты взломала мой телефон? Ты храпишь слишком много... Я уже не так прочитала. Ты хранишь слишком много данных в своем телефоне. А где мне еще хранить какие-то данные, как не в своем телефоне? Это мой рабочий инструмент, он делает вообще все и развлекает меня, и в работе все моменты. Каких данных? Все, что мне надо, я могу найти в твоем телефоне. Телефон, на самом деле, это наш лучший друг и злейший враг. Действительно, через него можно найти все. Можно найти, что ты искал, где ты живешь, твои хобби, кем ты общаешься, где ты бываешь. Короче, в телефоне можно найти все. Это реально стрёмно. Зачем ты это делаешь? Я все пытаюсь оправдать, что это никакая не мистика. Я знаю, что такое вирусы. Я примерно понимаю, что такое вирусы. Я знаю то, что вирусы, они способны вот на такие вещи. То есть залезть в телефон для вируса, это в принципе не проблема. Никакие пароли, ничего вот это как бы тебе особо не поможет. Это все реально сделать. Поэтому до последнего думаю, что это какой-то бот или вирус. Но я не думаю, что это кукла, либо что это живой человек. Хотя, возможно, какой-то слишком умный хакер. Ты вирус или программа? Или чей-то розыгрыш? Нет. Нельзя. Нельзя просто так влезть в телефон. Я не верю, что это какая-то мистика. Я могу влезть в твой. Давайте спросим у нее, видит ли она меня сейчас. Ты сейчас меня видишь? Не только. Не только видит. Что еще? Я тебя вижу, слышу, знаю, где ты.
Откуда? Опять повторяет. Ты хранишь слишком много данных в своем телефоне. Я не понимаю, во что я ввязалась, нахрен. Ты хочешь со мной дружить? Ну, да я как бы не тупая, понимаю, что если я отвечу сейчас нет, то как бы ничем хорошим это не обернется. Но тем не менее, если я отвечу да, тоже не факт, что чем-то хорошим обернется. Поэтому нужно как-то съехать с темы. Ты меня пугаешь. Ты хочешь со мной дружить? Ясно. Она, пока я не дам ответ да или нет, не отстанет. Что ответить, да или нет? Если отвечу нет, то точно как бы, ну, точно будет не очень. А если отвечу да, хотя бы можно будет потянуть время. Да, я тоже хочу с тобой дружить. Что значит я хочу с тобой дружить? Как с ней дружить? Она же типа, не знаю, кукла, программа. Как дружить с программой? И как с тобой дружить? Тебе понравится. Мне уже с самого начала ничего из этого не нравится. Надеюсь. Но ты мне врешь. Что я опять вру? Что? Ты врешь, что хочешь дружить. Она слышит меня, что ли? То, что я говорю вам сейчас, она это типа слышит? И, хотя, как, ну... Я не вру, опять соврала. Как мне снимать видео, если она слышит все, что я говорю? Не делай вид, что ты всезнающая. Тук-тук. Кто там? Что за бред? Давайте теперь еще... Может, кто-то в дом пришел? Они в дверь постучали. Кто тут? Там кто-нибудь есть? Я ничего не понимаю. Я спросила, кто там, она ответила, я. Вообще, у меня, честно скажу, дом, он такой, он, как сказать, он живой. То есть я часто слышу какие-то звуки, потому что у меня последний этаж. Нет, я слышу, как ветер, допустим, завывает на кухне через вот эту вот вытяжку, и там она вот так вот грохочет. В ванной тоже какие-то звуки. Ну, то есть я часто что-то слышу, потому что последний этаж. Это может быть просто, ну, как бы совпало, потому что я даже толком звук не разобрала. Подумала, может быть, кто-то постучал. Ну, как бы, если объективно говорить, то, ну, ничего такого. Что за... Что это было? Я. Не верю, тебя нет в доме. Проверь. Я только что проверяла, я только что смотрела. Никого нет в доме. Невозможно же сквозь стену пройти. Дверь была заперта, я проверила. Никаких звуков не было, за дверью никого не было. Нету никого, я одна дома. Я же одна дома. Там ничего нет. Короче, я сейчас проверила абсолютно каждый угол в своем доме. Я проверила все шкафы, я проверила кладовку, я проверила второй этаж. У меня аж язык заплетается, потому что когда кто-то пишет, что вот такое совпадение, да, тук-тук, кто там, вдруг резкий тук-тук, она пишет, что это я, вот такое вот мега-супер совпадение. Я, конечно же, очень... боялась, когда я, ну, как бы все это ходила, смотрела везде, но никого нету. Я могу сказать то, что прошло уже где-то минут 15, и она до сих пор мне не ответила. Ты где? Я прям все проверила. Я ходила вместе со сковородкой, потому что там... Что за нафиг? Ребята, тут никого нету. Кто звонил, блин? Кто это? Я сейчас подожду, может быть, кто-то поднимется, но никого нету. Просто звони домофон. И все. До сих пор никто не поднялся, никто не постучал. Скорее всего, просто, не знаю, кто-то пришел к соседям, по ошибке набрали меня, и все. Ну, такое уже было, то, что мне кто-то звонит, ошибается. В итоге я слышу потом соседнюю дверь, как бы идет, ну, звонок в домофон, и там уже открывают. Скорее всего, просто кто-то ошибся. Просто кто-то ошибся, все. Она до сих пор мне не ответила, она куда-то пропала. Ты где? Я отвлекаю тебя. Мне кажется, вы сейчас можете слышать просто мой пульс через микрофон. У меня сердце вообще просто жесть, оно бьется, капец как. У меня даже голос дрожит. От чего? От чего ты меня отвлекаешь? Узнаешь.
У меня сейчас паническая атака начнется, я отвечаю. Расскажи, как ты это делаешь. Расскажи свою историю. Что ты хочешь знать? Я хочу все знать. Тебя зовут Каяки? Да. Откуда ты? Как ты попала в ту семью? Чтобы получить ответ, ты должна дать что-то взамен. Мои нервные клетки ты уже получила взамен. Что дать? Узнаешь. Просто сделка с каким-то дьяволом. Хорошо. Меня создала одна женщина. Что за женщина? Убитая горем женщина. Она потеряла своего ребенка и сошла с ума. Она пыталась забыть свое горе тобой. Может быть, она просто создала куклу, знаете, в качестве ее дочери, наподобие своей дочери, потому что не могла справиться с горем или что? Она пыталась оживить дочь. Не забыться, а оживить свою дочь. То есть не создать куклу, чтобы она напоминала дочери, а сделать из погибшей дочери что? Как можно оживить? Я не понимаю. В смысле? Во мне есть части от ее дочери. Чё, блин? Чего? Что? Какие части? Волосы. Это волосы ее дочери. О, просто, боже мой. Ну, это жестко. Это значит, человек совсем поехал, ну, как бы крыша у него совсем поехала, что он взял волосы у своего ребенка, которого нет, и пришил их к кукле. Ну, это все, это уже, ну, типа, это просто жесть полная. И как она хотела оживить ее? Просто, как бы, ну, это же вообще, в принципе, невозможно. И при чем тут волосы? Что волосы какие-то Рапунцель или что, блин? Нет ничего сильнее, чем любовь матери. Она способна на все. У меня сейчас есть одна мысль. Ты ее дочь? Она смогла это сделать? Не полностью. Часть ее живет во мне. Ладно, если говорить сейчас про мистику. То есть, получается, женщина, убитая горем, которая сошла с ума, решила оживить свою дочь, которая погибла. Она взяла волосы своей дочери, прикрепила их к кукле, и сила убитой горем матери смогла частично оживить ее дочь. Я все правильно поняла? Я сейчас вообще с кем общаюсь, я не понимаю. Как это? Она смогла тебя оживить? Она пыталась. Она носила меня к разным колдунам. Она проводила сильные обряды. Это проклятая кукла, походу. И что было потом? Возродилась лишь часть души. А что было дальше? Женщина окончательно сошла с ума. Успокойся. Женщина окончательно сошла с ума, не смогла жить с этим. Ее больше нет. Почему ее нет? Это ты сделала? Она сама. Но почему? Что было потом? Это вызвало еще большее проклятие. Какое? Блин, во что я, блин, нахрен ввязалась? Что было потом? Я попала к торговцу. Я побывала во многих семьях. Каждая пыталась избавиться от меня. Но я была быстрей. Я же согласилась с ней дружить. А при чем тут Новый год? Или это все слухи? Женщина лишилась дочери в Новый год. Женщина ушла на тот свет в Новый год. Все семьи ушли на тот свет в Новый год. У меня до Нового года есть месяц. Я в бункере закрою, залезу, куплю бункер себе. У меня будет много рекламы, если видео, то, знаете, я коплю себе на бункер. А что было с тобой? Я каждый раз оказывалась в лавке этого торговца. А как они пытались от нее избавиться? Ну, просто, если она еще жива, типа, вот какие методы они применяли, если что, мне это не поможет. Она же слышит. А что они делали с тобой? Сжигали, топили, выкидывали, ломали на части. Это вот примерный список моих дел на всякий случай. Я тоже об этом подумала, сжечь ее и все закончится. Либо утопить. Не получится. И что? От меня не избавиться, 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 от меня не избавиться. Жесть. Она просто... Спамит. Блин, нахрен. Нафиг я в это ввязалась. Я вообще не понимаю, что вообще такое. Это просто такая тупая, безобидная переписка или нет? Я не понимаю вообще. Это вирус какой-то или нет? Это вирус, который может проникать в телефоны. Но кто тогда постучал мне в дверь? Это была случайность такая? Либо вообще не в дверь постучали, что-то упало, либо эта кукла постучала мне в дверь. А кто в домофон звонил? Ошиблись, звонили соседям, не мне. Да. По крайней мере, есть большой плюс в этом то, что мы узнали ее историю. То есть, как вообще все происходило, откуда она произошла и все такое. И это было важно разобраться. И причем тут вообще вот это вот... Я хотя бы хоть что-то поняла из этого. Она мне до сих пор написывает. Она мне просто...
от меня не избавиться. Это мне прямое послание, что что хочешь делать, ты от меня никуда не денешься. Я сюда еще вставлю, я хотела зачитать комментарий, который мне написали под первой частью. Эта кукла вовсе не кукла, а обычный телефонный хакер. Он взломал камеру и звук твоего телефона. Отследил он тебя по мобильному звонку. Советую менять телефон, пока он не слил фотки, мобильный телефон, пароли и так далее. Но кто-то думает по-другому, кто-то пишет, что это дух, а не вирус, и лучше его не злить, он будет мстить. То есть мнения сейчас разделились, кто-то думает, что это хакер, кто-то думает, что это дух. Я не знаю, что думать. В мистику мне не хочется верить, потому что если с хакером хотя бы можно как-то справиться, то с чем-то потусторонним я не представляю, как справляться. Ладно, ребят, спасибо, что посмотрели это видео, не забудь подписаться на мой канал. Скоро с вами уже совсем увидимся по графику, по расписанию. Я благодарю вас за просмотр, всем спасибо, пока.